Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 8 октября. Я Олег Шиганов, ваш ведущий погоды. Поздравляю Машу Золотареву с днем рождения. Желаю здоровья и удачи в искусстве. По республике переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью -4,9, по северо-востоку до -15, днем +2,7. По центральным районам ночью от 0 до -6, днем +4,8. По южным районам ночью от 0 до -5, по юго-западу до -10, днем +3,9. В столице Бурятии без осадков, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура минимальная ночью от 0 до -2, максимальная днем +5-7. Атмосферное давление будет расти до 730 миллиметров ртутного столба. На Землю ежегодно падает более 20 тысяч метеоритов, большая часть из которых падает в океан. Это был прогноз погоды на ТВ, с вами был Олег Шиганов. Тут мне вспоминается: с неба звездочка упала прямо милому в штаны, а кому какое дело, лишь бы не было войны.